Привет, малыш! Давай поищем с тобой новых друзей. Интересно, кого мы встретим? Вот смотри, здесь две машины. У одной большие шины, мощный двигатель внутри, быстро едет джип, смотри. А у этой мощь другая, ведь машинка легковая. Без асфальта и дорог джип легко проехать смог. По грязи и бездорожью разъезжать на джипе можно. Ну а маленькой машинке очень трудно без дорог. Что же делать? Как проехать? Вот бы кто-нибудь помог. Здесь рабочие машины. Помнишь, были на картине? Они строили нам дом. Так давай их позовем. Наш силач-подъемный кран здесь поможет быстро нам. Он машинку поднимает и на землю опускает. Экскаватор чем хорош? У него огромный ковш. Он усталости не знает, целый день ковшом копает. Кто над всклоченной землею смело кучи разгребает? Это маленький бульдозер своим носом все равняет. Можно нагрузить немало в мощный кузов самосвала. Отвезет он все, что нужно, быстро, весело и дружно. Он привез с собой, дружок, гравий, щебень и песок. Вот асфальтовый каток для строительства дорог. Чтоб разглаживать морщины, лучше не найти машины. Вот и сделана работа. Ой, смотрите, едет кто-то. Легковой автомобиль по дороге мчится, а за ним густая пыль тучею клубится. Понравилось, малыш? А сейчас выбирай следующий мультфильм.